И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и продолжаю играть в Ark Survival Evolved, все так же на Extinction. И сегодня мы продолжим так... Нормальная группа. Вот, сегодня продолжим выживать в этом прекрасном, замечательном мире. Короче, поставил себе станок. Поставил себе холодос. Поставил себе такой станок. Поставил себе генератор. И сейчас у меня... не накопится. Я ж тратил железо. Сколько у меня здесь... А может уже и накопилось. А сколько тебе надо железа? А, так всего 850. В общем, у меня железо уже накопилось. Все дела, вот это все. То есть остается полимер, цементная паста. Ну, полимер вы знаете, где добывать. Это понятное дело. Убивать зараженных. Цементная паста — это убивать пауков. Вот. Здесь начал застраиваться, но понял, что с ресурсами это жопа полная. Застраиваться-то вроде бы хорошо, но она дальше туда не идет, так как мешает отсутствие фундамента. Причем, в чем весь прикол? Вот здесь я не могу крышу поставить, вот здесь я могу крышу поставить, потому что есть сбоку усиление фундамента вглубь. Ох, ужас. Короче, придется по ходу дела все это дело заполнять фундаментами, как бы я не хотел, но в чем весь прикол? Даже если я все это заполню фундаментами, это будет меньше фундаментов, чем на аберрации. Да, там у меня просто в 3, в некоторых местах 4 слоя фундамента стояли. А здесь, как видите, все довольно-таки компактненько, так как ровная площадка, а ровная площадка — это клево. Так вот, мне нужны помощники. Помощники. Помощник, как минимум, Дядя Курус. Дядя Курус на камень, бензопила на дерево. А что если притомить лосяша? Оленя, в смысле. Он добывает солому. Плюс у него, по идее, вес. Надо сейчас глянуть, у кого вес туда-сюда. А, ну так вот, еще здесь я взял, сделал этот пульт. Вспомнил, как слово называется. Чтобы, если что, быстро возвращаться домой. И, соответственно, ну, как-то полегче было добираться туда-сюда. Так, короче, сейчас посмотрим, кто имеет уменьшенный вес на дерево. Будем его томить, так как добывать я все-таки хочу бензопилой. Хотя фиг знает, но посмотрим. И Дерикуруса нужен. Дерикурус нужен томить, потому что он, по идее, будет в плане добычи дерева лучше. А вот анкилку буду томить или нет, это уже будет видно в дальнейшем, либо бур все-таки мне заменит это чудо. Точно, точно. Вспомнил, кого я хотел томить. Терезинку я хотел томить. Ох. Он добывает дерево, добывает солому. Терезинку, черт побери. Он все добывает, все что нужно. Кроме камня и металла. Ну вы поняли, короче. Терезинку будем томить. Не знаю, сегодня или завтра, точнее, послезавтра, когда выйдет серия. Вот, видно будет. Сейчас, в целом, терезинку нужно, чтобы терезинку томить, нужно делать ловушку, потому что обитает он в пустоши, вот там в пустоши. Поэтому, как вариант, для начала можно притомить Дидикурусика. Курусика. Так. В целом, на разведку нужно сгонять. Вот что точно нужно сначала сгонять. Терезинки находятся вон там. Дерикурус находится вон там. А еще я хотел сгонять к одному из дропов. И посмотреть, что там да как там. Вообще, как они выглядят. И все в таком духе. Вот. О чем немножко раздражает, когда у них... О, свирепое помешание. О, терезинка, 35 левел. Ну, собственно, как я и говорю. То есть, они вот здесь вот обитают с краю. Вот, и это. Бэм! Пошел разносить все. В целом, как я понимаю, нужно просто защитить, чтобы его по нему урон не наносились, да? Если не ошибаюсь. Вообще, напишите в комментариях, как эти дропы. Ну, если не лень. Вот. Че, как эти дропы вообще лучше дефать и кем лучше дефать? Не, конечно, можно посмотреть видосы, но... Камон!
Я опять же буду на своих ошибках учиться, так интереснее. Вот. Мне очень не нравится, что есть птеры обгаженные летают, потому что они-то не кисло мне сейчас сучат. Мишонечки, ты смотри, 25-й левел. 10-й, 15-й. Замочили, красавы! Мочи, ублюдков! Спасибо. Ну, просто это... я пришел вообще подлутаться. Ну вот, смотри, а это красненький, да? Типа это такой прям конкретно босявый. Как их активировать? Мне вообще подсказал. Дурная, что ли? Иди отсюда! В задницу иди. Парень! Парень! Иди отсюда! Иди отсюда! Ну, ожидаемо, я бы так сказал. Предсказуемо. Дерьмово. А, фу, отцепи. Слава богу. Блин, я еще в скалу врезался. Фух. Не, ну повезло и повезло, хорошо. Погнали, короче, за Дедикурусом. Опять-таки же, Дедикурус, он мне может и помочь, как вариант, лутать всякий металлолом, а металлолом все-таки это металл. Ну, всякие вот эти вот, как там... О! Иди сюда! Дынь! О, кайф! Вот. Это уже будет все этот, как сказать... Что ж с тобой делать, собака ты долбаная? Ты, господи, ты жрёшь! Да, я сейчас выгляжу как дебил, конечно, который пытается что-то сделать, но да бог с ним. Короче, все, погнали за Дедикурусом. Дедикурус мне поможет лутать всякие фонари и все в таком духе, которые это... Мать твою! И чё? Все, я понял, пошло все в жопу. Забирайте. Ага. Чая вот на ней, конечно, ага. Все, я понял, что за музыка играла, я успокоился, слава богу. Погнали за Дедикурус. Да-да-да-да-да. Просрал, слава богу. Кстати, если вы заметили, то инфорсера у меня нету. Прилетел специально на базу, чтобы вам показать. Инфорсера у меня нету, он сдох, потому что его замочили. И суть в том, что еще также я вспомнил, как добывают рецепты этих инфорсеров. То есть находишь клевого инфорсера, мочишь его, и у тебя рецепт этого самого клевого инфорсера. Вот, я своим инфорсером его мочканул. Кстати, давайте. Да. Что создавать. Вот. И вот такой мне рецепт, собственно, выпал. А потом я напал на кого-то, и он меня мочканул. Вот как-то так. Ну, а сейчас погнали уже за Дедикурусом смотреть, что как где. Кстати, заметил такую фигню. На топижаре очень удобно вот так за кем-то смотреть. То есть, за кого-то заметил, приметил, такой хоп на него, повернул голову, а ты дальше летишь в бок. Нормац. Очень удобно топижара, но очень тяжело топить. Как они ж бесят, когда сдриснивают, это ужас просто. Ну, кстати, инфорсеров хорошего лава есть смысл посмотреть. Вообще, сюда я прилетел за Дедикурусами. И я вспомнил, что здесь бегают Кастроидессы. Кастроидессы. Мочи, тварей! Мочи! Да. Кастроидессы. А хочу ли я притомить бобра? Не хочу притомить добра бобра. О, кайф. Лети нафиг отсюда, тут жопа сейчас начнется. Не. Их завалили уже, отлично.
Не хочу, короче, лучше реально Терезинку. Терезинку я вообще томлю очень редко, потому что она сравнительно тяжело томить. Ну и я сейчас тоже думаю, чем ее томить, овощами или же киблухи успеть состряпать. О, подожди, трупик, отлично. Да вы чертовски красавы. Так. Вот, и поэтому, как я уже сказал, я задумываюсь о том, все-таки, чем томить. Киблами, конечно, это клёво и хорошо. Но будут ли у меня киблы к этому моменту, это уже другой вопрос. Хотя, если найду большого левела, допустим, можно и овощами. С одной стороны, овощами. А с другой стороны, где я эти овощи возьму? Мне ещё грядки надо высаживать. А-а-а! Грядки! Это ж нужно ещё птицеферму делать опять! Кошмар! Не, если что, я не просто так сейчас трендю, я здесь вообще этих ищу. Диди Курусов, смотрите, какого фига их здесь нету? Анкилок, да усачий, а Диди Курусов нифигаче. Так, 20-й. Ой, надо будет еще за гачи сгонять, точно. Ёшкин кот. Да. Да уж. Не, ну кстати, с топижары будет уже легче ферму состряпывать. То есть ты на базу их приносишь, как бы, и все. Пиу-пиу-пиу, пошли. То есть в этом плане уже будет, конечно же, намного легче. Но, блин! Это строить, это томить каждую. Опять вылавливать самцы-самки. Ах, кошмар, как я это вспомню. Это ужас. Да уж. Ну, что поделаешь? Что поделаешь? Да блин, здесь будет хоть один Диди Курус, какого фига? Мне че здесь, начать всех своей топижарой всех убивать? Да я сейчас всех поубиваю своей топижарой. Нет, конечно, блин. А вдруг хотя бы один Диди Курусик заславнится? Мне, по сути, мощности даже мощный-то и не нужен. Мне любой дислав реально нужен. Вот прям реально любой. Не, ну, конечно, будет, если хороший левел, то это будет круто, но если будет любой, это прям вообще будет типа. Хоть кто-то, хоть где-то, хоть что-то. Но пока я вижу только жопу. Да. Ну а чё, лишним кератин. Дурная птица, иди нафиг. Вы мне сейчас не нужны. Не, все. Я не там лью аргентависов на этой карте. Наверное. По крайней мере, пока что я хочу только совушку. Ну, аргентависом переносит же, это я знаю, но хочу пока что только совушку. Возможно, я обойдусь только совой. Ой. А я не вижу их. Реально ни одного Диди Куруса. И, кстати, мне кажется, как будто я их здесь видел, когда я сюда прибегал пешком. Или это были анкилки. Ой, ужас, короче, ладно, пошаримся, что поделаешь. Жопа-то какая, а? А вообще я очень сильно отвык от кастроидесов и их халявы. Прям конкретно отвык от этого всего. И это прям что-то с чем-то. Оп. Красота. Ну, в целом, по количеству ресурсов вы видите, что они, между прочим, без меня хорошо справляются в плане зачистки. Я лишь только иногда помогаю защитных единиц убивать, но никто не сплавнится. Это кошмар какой-то. Ужас. Реально какая-то жопа. Хотя они должны тут спавниться, тут несколько точек спавна, то есть и после зачистки они должны появляться. Но нифига, даже саблезуб, мать его, появился. Серьезно, даже саблезуб появился. Да уж, что-то, короче, явно здесь не то. Ладно, еще пошаримся. Ететь колотить, ну наконец, о, даже 50 левел. Да уж, короче, вот. Вот это мост, вот это вот вся территория, и немножечко туда, это все, где они могут заспавниться. Я уж даже не знал, что делать. Я, кстати, зашел на сайт уже, смотрю, где, что, как, блин. Ну ладно. Повезло так повезло, что еще могу сказать.
Сейчас главное еще это. Ну-ка, тащить могу тебя? Не могу, да? Ну, окей. Окей, не могу тащить, так что ж там поделать. Так, Мажаберка, 13. Овощей, конечно же, нету. Овощей нету. Мажаберка, 13. Ну, в любом случае, пофигу. Мне самое главное, что... ты давай только этих, не сюда, не случайно мне. Да-да-да, вот. Вот, сдрисните от него нафиг. Вот, все сдриснули, красавы. Фух, ну ладно, летим, короче, на базу. И собираем постройки. Забыл постройки сделать, чтобы ловушечку сделать, все дела. Короче, на базу. Кстати, по ресурсам видите, да, как у меня топижара? И металл 650 добыло, и электроники, и элементы. Ну, прям топижара прям добывает все, что только можно. Да. Клево. Так. Воротиночки с собой притараканил. Так. Рамки, воротинки. По идее, здесь все легко, легче легкого. Вот, чтобы черепахи поизбавиться. Но! Так, черепухин! Черепухин, вали отсюда! Это серьезно! Вот ты ублюдок! Так. Уже лучше. И теперь... Что можно попробовать сделать с топижарой? Что я хочу сейчас придумать? Ой, что мне сейчас в голову пришло? Заодно проверим. Канает такой, нет? Так. Я... Это, конечно, смешно. Но я зацепился вот так. Ну-ка. Так, я могу смотреть туда. Вот сюда я смотреть не могу. Это немножко проблемка, но давай попробуем в хвост. Черт, убери. Это такая тупость. Так я еще ни разу не томил, я вам так скажу. Давай, 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 ближе, ближе подходи. Подожди, подожди, мне сейчас тошнит. А можешь? О, спасибо, 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 спасибо. Мне сюда и нужно, чтобы ты подошел. Если что, это не у вас монитор перевернутый. Это у меня мир наизнанку. Не-не-не-не-не-не, ну куда ты? Спасибо. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну вы хоть раз вот так вот отомили? Топижары, будучи верхногами? Слушайте, реально, я до этого не знал. Я знал, что топижара цепляется, я вспомнил про это. Но я не помнил, что она может вот так вот, типа, ты можешь лук в руки брать и все в таком духе. Я этого не помнил. Так, ну-ка, топижа. Оп, отцепляемся. Приземляемся. Давай, приземляемся. Отлично. Топижа, красава. Так. Мажабера, седатива, оп! Надеюсь, одного хватит. Или мне придется до базы загонять еще и наркотик делать. Мне на второй не хватило наркотика. Ну и, соответственно, наркобариков. Но я пока что лутал мажаберки, я налутал наркотика, но, походу, дела мне второго не хватит. Ой-ой-ой. Такс. Точнее, одного мне не хватит, мне нужен будет второй. Да, мне нужен будет второй. Обязательно. Ну окей, погнали до базы. Так, еще один седативочка. И поперла, поперла, поперла. Красота. Диди Гурусик, это супер. Так. Так, как там тебя, мать твою, за ногу? На что тебя там переключить? Вот ваша цель, пассивка, отлично. У вас там группа была переключена. Так. А подожди. Где? Да вот же, что так-то кнопка была же. Оп,
Хлоп, хлоп. За собой нужно всегда убирать, даже если играешь на локалке. Ну, типа, так как минимум это правильно. Кстати, дерево лутается просто до удари. Ты смотри, просто пробегаешь и пошел лутать вот это вот и все. Ты просто смотри. Кайф! Иди тебя, мелкий пиздюк, ты меня испугал. Я думаю, кто это за мной такой бежит. Клёво! Я тот час сгонял подлутать полимера. И нашел Рекса пятого лепла. А там черный жемчуг, гирюдильчик, прикольно. И неожиданно. Реально, мне это прям офигеть нравится там. Черный жемчуг из ничего, можно так сказать. А для чего же я полимерчик-то лутал? А для того, чтобы сделать красиво. Оп! И вот она нам. Ну наконец-то! Черт побери! Хватит уже терпеть эти маленькие. Бесточно? А что там, не достает что ли? Серьезно сейчас? Че там, че за радиус-то говно? А вот так. Во! Красота! Блинский ёшкин кот. Так. Это сюда. Потушить. Это сюда. Потушить. И... Пью! Ну, наконец-то. Теперь будет металл быстрее перерабатываться. Намного. Пью! А, ну и естественно. Естественно. Во! Седло на Деде Куроса. Еп. И скинуть лишнее. Ну и естественно я должен, обязан проверить, сколько я добуду ресурсов. Ну-ка. Это была одна лавочка. Это... Металла, конечно, бывает слабенько, я вам так скажу. Слабенько добывает металла. Зато элементальной пыли почти на один элемент. Ох. Ты етишь, ты серьезно, что ли? Твою мать. Вот это я понимаю. Зря все эти предыдущие скамейки рубил. Ладно, они уже по новой заспавнились, но, блин, камон, вы только посмотрите, у меня что там уже перевес, что ли? Ой, ёп. У меня там уже перевес. Давай скорость передвижения. 5 элементов я уже добыл. Твою мать, сколько кристаллов, сколько элементов я добыл. Ёп. Пересети. Да уж, я вам так скажу. Конечно, это очень клёво. Не знаю, как кто еще, но Дирикулус однозначно элементальную пыль добывает просто элементально классно. Ну, о, достал. Отлично. Свет потух и свет погас. Клево. Просто, ну уж не говоря про кристаллы. Вот это я понимаю, супер. 8 элементов. Я просто здесь тусанулся и 8 элементов уже забабахал. Кайф. 72, кстати, еще и вес плавится сразу же. Ну просто офигеть. Ну я там еще фонарики. Приземлился, айтишки тебя. Да, ну и скорость, конечно, нужно качать, и вес нужно качать, и вообще клевый дедикурус, одним словом. Для экстиншена это, конечно, прям бабах. И давай, давай, давай. Нужно больше элемента. Ну да, и вот, собственно, было 10, стало 0,1. Да, еще и по весу сейчас тоже синенький просто. А, классно. Как будто бы этот, знаете, показался он этим тык диплодоком, думаю, какого фига. Ну кайф, просто супер. Кайф. Ну и что могу сказать? Со своими прямыми обязанностями Дедикурус прям идеально справляется. Ну и
Да, я чутка не удержался, у меня теперь вот 17, вот 18, и сейчас сделаю 19 элемент. И один у меня есть. То есть 20 элементов у меня уже есть. И это, черт побери, больше, чем все, что по ходу дела было на операции. Блин, ну нет, конечно же, не больше, но суть в том, что здесь это делается прям в разы, в сотни раз легче. Но, что самое главное, камня очень много. А именно за этим я и томил Диди Куруса в первую очередь, потому что камень, фундамент, все дела, это все будет нужно. 1600 электроники, етиши ты серьезно. Офигеть. Кстати, кристаллов я там выкинул очень-очень-очень-очень-очень много. Как бы не сказать хуже. Ну, 10, может 20, я не знаю, там сколько кристаллов выкидывал. Я просто сначала стакал, а потом давай выкидывать. Ну, кстати, да, примерно сколько камня, столько я камня, ну, кристаллов и выкинул. Короче, Диди Круз на экстиншене. Просто незаменимые животные, если уж на то пошло. Не, возможно, там и бур там справится лучше и так далее. Возможно, но бура нету, а Диди Куруз есть. Да, конечно, с буром было бы легче. Также на топе же, к примеру, туда-сюда. Но тут вопрос уже больше, как ты будешь больше элементальной пыли. Ну, а с другой стороны, на топе же, допустим, летать намного быстрее. Или на моногарме, до которого нам еще, ох, как не скоро. Такие вот дела. Но зато Диди Куруз сейчас мне очень сильно поможет как с камнем, так и с самим элементом. Думаю, скоро сделаем репликатор и уже будем создавать какие-нибудь тег предметы. По крайней мере, седло, тег-седло на топежару я хочу посмотреть. Почему бы нет. Ну а на этом я уже с вами буду прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, делиться моими видео с своими друзьями. На этом все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока.